От тебя так вкусно пахнет. Ага, классно, да? Это мои новые духи. Это ты мне их подарил. Я тебе не дарил их. Дарил, посмотри в кошельке. Ах ты негодница, нужно тебя отшлепать прямо до красноты, чтобы булочки были красные слегка. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи, всех очень рад приветствовать у себя на канале. Ребята, неимоверное количество просто раз слышал такие истории, когда жена сама залазит, ну там жена или девушка, хреневушка, ну в общем вы поняли тенденцию, да? Сама залазит в кошелек, в карман, в банковскую карту, это значит, что она знает все пин-коды, да? И берет там на свои хотелки, переделки там. Денежки его, да, он потом тут это потом скурит, ну что, а что ты не могла мне хотя бы сказать, что ты, то есть я зарабатываю, ты тратишь, она на него, пошел вон отсюда, вот ты, рогатый олень, а, я сказала, я буду брать у тебя деньги, ты меня понял или нет, а, и он, я все понял. Ребята, в общем, вы тенденцию поняли, я надеюсь, вы не такие, вот, я желаю вам удачи, арбуз, счастья, всем хорошего настроения.